В Ярославской области продолжается киномарафон «Наша победа». Акция, посвященная 70-летию окончания Великой Отечественной войны, стартовала в Гаврилов-Яме, а накануне в ней приняли участие жители Ростова-Великого. В одном из кинозалов зрителям, среди которых были и почетные гости, ветераны Второй мировой, представили киноленту «Рябиновый вальс». Фильм рассказывает о молодых девушках, которые во время войны, рискуя жизнью, разминировали поля. Интересно, что в съемках в качестве массовки были задействованы жители Ростовского района. Они увидали, вы нам очень подходите. Там было написано в объявлении, что нужны худощавые телосложения. Я не могу. Потом так осмелела, что я снималась в «Расколе». Вот кино еще шло 20 дней у меня, значит, я заработала хорошо денег. И символично, что фильм, который показан ветеранам, снимался как раз здесь. Это фильм «Рябиновый вальс». И то, что сегодня у нас и кадеты, и молодежные организации, и, по сути, выпускники, и студенты, и, собственно, учащиеся школ имеют живую возможность пообщаться с ветеранами, это как раз и главная цель этого киномарафона и цель этой акции.